Кузько, я бренд-шеф компании Мираторг. И сегодня мы разделаем замечательный отруб, который называется Рибай. Это зерновой откорм Black Angus 250 дней от компании Мираторг. Давайте приступим. Какая особенность у этого отруба? Он имеет у нас головную часть и хвостовую тоже часть. Отруб нарезается с 5 по 12 ребро. Он имеет часть более жирную и часть более постную. Сейчас я это наглядно продемонстрирую и покажу. Нарезаем стейки. Первое с головной части. Отрезаем стейк. Стейк у нас должен быть толщиной примерно 2,5-3 см для того, чтобы попасть в прожарку. Прожарку для этого стейка я рекомендую медиум. Почему? Потому что большое количество жира. Первое, на что стоит обратить внимание, что у нас стейки из отруба рибай из головной части получаются трехмышцовые, или, как говорят, три мышицы. Раз, два и три. Отсюда из-за большого количества мышц и жира я рекомендую прожарку medium, medium well. Далее идем. Таких у нас стейков получается где-то примерно штуки 3-4. Доходим до середины. Дошли до середины. Отрезаем стейк. Какую мы наблюдаем картину? Очень интересную. У нас уже не три мышицы, а две мышицы. Раз и два. Далее нарезаем отруб. Нарезали отруб. С головной части у нас получилось 3 стейка, с центральной части у нас получилось 6 стейков, трехмышцовые, двухмышцовые стейки. И дошли мы до хвостика, или, как можно сказать, уже отруб все заканчивается. Что мы здесь видим? Очень интересную картину. У нас стейк получается одномышцовый. То есть все. Уже нет ни одной, ни две, ни три мышицы. Есть просто одна сплошная мышица. Она даже чем-то напоминает стейк стриплоин. Но это тоже относится к отрубу рибай. Учитывая постность данного стейка, я рекомендую прожарку ре, медиум ре. Итого, что мы получаем с отруба рибай? Целый отруб рибая. Есть головная часть, которая примыкает к головной части животного, и хвостовая часть, которая примыкает ближе к поясничному отделу. Из отруба рибай получается три вида стейка. Трехмышцовые, двухмышцовые и одномышцовые. На трехмышцовые рекомендуемая степень прожарки medium, medium well. На двухмышцовые рекомендуемая степень прожарки medium rare, medium. На одномышцовые стейки рекомендуемая прожарка rare, medium rare. Thank you.